Сегодня 5 апреля, пятница. Это значит, что свежая Одинцовская неделя уже ждет вашего прочтения. Давайте вместе посмотрим на самые интересные страницы номера. Даже самая длинная дорога начинается с первого шага. Первым соцобъектом в Рублевском квартале станет школа. Капсула времени уже заложена. Когда же более 1000 учеников сядут за новые парты? Ответ уже в номере. Утренний визит полицейских в промзону обернулся задержанием 70 трудовых мигрантов. Работали без разрешения органов госбезопасности. За это нелегалы и оказались в полиции. Попытка покормить пернатых на пруду в прямом смысле слова провалилась. Обычная прогулка двух мальчишек едва не стала трагедией. Герой, спасший друга, рассказал, как ему удалось не растеряться. Ну а мы узнали у одинцовцев, смогут ли они оказать первую помощь прохожему. С юридической точки зрения вообще нельзя подходить к человеку и оказывать ему первую помощь без даже медсестре с образованием. Поэтому я не знаю, как бы я себя повела, но, наверное, бы что-то сделала все равно. Ну, знаете, во-первых, надо предварительно учиться этому. А если не умеет, или обратиться к прохожим. Во всяком случае, может быть, рядом окажутся те, кто умеет. Ну и вызвать скорую. По крайней мере, людей любить надо. Это первое, что нужно делать. А потом я же вижу, как человеку плохо. Но если я не смогу, я всегда вызову. Скорую в первую очередь. Если, например, кто-то лежит, надо обязательно подойти и помочь этому человеку, потому что он не может сам. Размер пенсии вырос на 938 рублей. С 1 числа этого месяца такую прибавку ждут свыше 3 миллионов получателей. Апрель диктует новые законы. В чем-то проще, а в чем-то сложнее будет сдать экзамен на водительские права. Давайте разбираться вместе. Целых 10 миллионов рублей оказались в руках мошенников. Жертвами стали одинцовские пенсионерки. И таких, как они, среди нас сотни. Тысячи. Как уберечь себя от обмана и почему находятся те, кто верит мошенническим схемам? Вот что думают горожане. Ну, в основном попадают такие, как мы, в возрасте. Уже соображалка не работает особо. Ну, можно защиты ставить на телефон, надо больше читать. А по вашей банковской карте был совершен какой-то перевод. Сразу звонили в банк, и банки предупреждали, что это все может быть. Ну, мы стараемся не разговаривать просто. Сразу отключаю номер, я лично ставлю сразу в спам. Эти и другие новости уже ждут вас в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно найти на фирменных стойках, а электронный – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ.